Кстати говоря, еду на сценическую площадку, которую я немножечко побаиваюсь. Нет, я не боюсь сцены, не боюсь выходить с разными жанрами на сцену. Хотя иногда бывает волнительно, но волнение — это нормально. А у меня тут маленькая фобичка, опасение. Короче говоря, энное количество времени назад я на этой сцене работал с лазерным шоу. А лазерное шоу было, у меня есть такая версия, динозавра. То есть двухметровый огромный динозавр со светящейся головой выходит, творит там всевозможные штуки-дрюки. Ну так вот, а динозавр этот надувной. И один из насосов, компрессоров, вдруг взял и отключился в процессе. Ну, я просто случайно рукой выдернул провод внутри, находясь динозавра, такая импульсивная я личность, и не разглядел этого. Динозавр приздулся немножечко, изображение, то есть мне видимость уменьшилась, то есть обзор ухудшился, мне показалось, что еще есть сцена, а она закончилась. Я шагнул и рухнул со сцены вниз головой, правым плечом об пол, очень ударился. Ну так вот, как-то поскольку я ударился внутри динозавра, зрителям показалось, что он так эффектно спрыгнул. Все ахнули, я же встал мгновенно. То что, зато второй насос тут же включился, и я надулся и дальше продолжил работать. В общем, такое жутковатое. Ну а наши, те, кто знают меня, знают этот номер, поняли, что что-то было не так. Все ли в порядке, спросили в темноте у меня. Я говорю, все нормально, но голова звенела долго. В общем, были бы мозги, я думаю, было бы сотрясение. Ну, на эту сцену надо будет сегодня выходить. У меня тоже лазерное шоу. В этот раз я, у меня от космонавта лазерное шоу. Соберусь, буду более аккуратным. И вообще цирковые советуют, если ты вот там на канате работал, в воздухе работал, упал, нужно тут же, сразу же подниматься наверх и снова делать, иначе у тебя страх появится. Вот просто вот так вот. Так что еду преодолевать свой страх. Вот как. Я думаю, все хорошо будет. Ну, я, по крайней мере, себя так настраиваю.